За минувшие сутки ситуация не изменилась, остается напряженной. Украинские каратели 353 раза обстреляли территорию республики. В результате этих обстрелов было выпущено 335 мин калибром 82 и 120 мм. Также обстреливалось из БМП стрелковое оружие. Все данные о нарушении минских договоренностей были переданы представителям ССК и миссии ОБСЕ. Наиболее интенсивный огонь с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями, подвели следующие населенные пункты республики. Зайцево, Ясиноватое, Спартак, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Жабичево, Старомихайловка, Александровка и Петровский район города Донецка. Приказы на обстрел территории республики отдавали все те же военные преступники – Жакун, Красильников, Шаптало, Заболотный и Мельник. Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств противника вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов – Сладкое, 11 километров вдоль линии соприкосновения. На территории складов установлено местоположение 15 РСЗО БМ-21 «Град». Северо-западнее – Правдовки. До линии соприкосновения 18,5 километров. Вскрыто местоположение 9 танков. Северо-западнее Водяново. Установлено местоположение 9 танков. Севернее Лозоватского. До линии соприкосновения 27,5 километров. Установлено местоположение 4 буксируемых гаубиц Д-30. Волноваха. 17,5 километров. В зону ответственности 72-й отдельно механизированной бригады. Установлено прибытие подразделений полка «Азов» и националистов правого сектора, общей численностью от 350 боевиков. Все данные разведки по выявленным средствам вооруженных сил Украины переданы представителям миссии ОБСЕ для принятия соответствующих мер. Наша разведка продолжает устанавливать факты подготовки украинских силовых структур к кровавым провокациям на майские праздники. Так, 29 апреля в районе населенного пункта Волноваха прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Муженко. Перемещался на бронеавтомобиле АТ-105 «Саксон». Отмечается, что визит Муженко связан с подготовительными мероприятиями к активизации военных действий в ближайшие дни. Кроме того, Муженко в целях поддержания морального состояния командиров, выполняющих преступные приказы, наградил наиболее отличившихся военнослужащих 14-й отдельно механизированной бригады за обстрел мирных жителей под Еленовкой. Кроме того, с 28 апреля в город Мариуполь находился посол США в Украине Джеффри Пайетт, где тот проводил встречи с местной администрацией и командирами националистических формирований. Именно с визитом Пайетта в ряде населенных пунктов под Мариуполем украинские силовики приступили к эвакуации детей, что связано с подготовкой терактов и обстрела вооруженными силами Украины против мирных жителей, о которых мы заявляли ранее. После этого посол США в Украине планирует убыть в город Одесса, где проведет встречу с руководством силовых структур и спонсорами националистических подразделений, участвующих в операции «Куликовое поле», спланированной украинским руководством с 30 по 3 мая. Не исключено, что для отвлечения внимания от силового давления мирных манифестаций в Одессе, украинские силовики активизируют свои диверсионные и террористические действия в зоне АТО. В частности, как мы отмечали ранее, возможен обстрел из тяжелых орудий или убийство мирных граждан, близлежащих к линии соприкосновения населенных пунктов, чтобы потом обвинить в этом вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Кроме того, в нашей разведке получена достоверная информация от ряда источников командования вооруженных сил Украины о том, как военное руководство планирует избавиться от националистических батальонов. Так, согласно распоряжениям командующих оперативно-тактических групп «Донецк» и «Мариуполь», командирам 57-й и 58-й бригад и 14-й 72-й бригад, определен порядок действий с началом обострения ситуации. В частности, с переходом националистических подразделений «Азов», «Айдар» и «Правый сектор» в атаку подразделения вооруженных сил Украины поставлена задача имитировать наступление до выхода на рубеж действующей в настоящее время линии боевого соприкосновения. После этого отойти на второй рубеж обороны и прекратить имитацию поддержки. Этими действиями командование вооруженных сил Украины подталкивает нацбаты к наступлению,
а само отойдет в сторону, что позволит войскам ДНР уничтожить подразделения радикальных националистов. Жертвы среди мирного населения и националистических батальонов, по мнению украинского руководства, позволит убить двух зайцев одновременно, а именно отвлечь внимание от подавления мирных протестов в Одессе и избавиться от радикалов в зоне АТО.